Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, есть ли звук? Прямо в комментариях под видео. Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, есть ли звук? Прямо в комментариях под видео. Напишите, пожалуйста, есть ли звук. Отлично. Давайте подождем тогда еще пару минут. Может, кто-то отстающий к нам добавится, и мы начнем. Напишите, пожалуйста, сейчас есть ли эхо? Все, кажется, все отлично со звуком. Думаю, можем приступать. Всем добрый вечер. Меня зовут Ксения. Мы с многими с вами знакомы заочно по нашим чатам Telegram. Со мной сегодня друг и коллега Сергей, с которым вы тоже знакомы. И мы сегодня хотели бы начать наш курс образовательных лекций с лекции о том, что такое блокчейн. Мы постарались максимально просто и доступно донести информацию и будем вам благодарны за обратную связь. Сереж, начнешь? Да, спасибо, я тогда начну. И сегодня мы бы хотели поговорить на самом деле о технологии, которая, по-видимому, окажет наибольшее влияние в ближайшие, если не 5 лет, то 10 лет и даже больше. И это не соцсети, не большие данные, не, возможно, робототехника, либо искусственный интеллект, это именно технология блокчейн. Я лично убежден, что эта технология является следующим поколением интернета, и она несет огромный потенциал как для бизнеса, либо любого сообщества, или в частности для каждого из нас. Хотелось бы заметить, что в последние несколько десятилетий мы имели дело с интернетом информации. Например, когда я посылаю вам электронное письмо, либо картинку, или еще что-то, я высылаю вам не оригинал, а копию этого документа. В целом это неплохо, но когда дело доходит до ценностей, таких как деньги, финансовые активы, акции, облигации, бонусные баллы, интеллектуальная собственность, музыка, голоса на выборах, то отправка копии не лучшее решение. Если, например, я вам посылаю $100, для меня очень, даже критически важно не иметь больше этих денег,
а всю сумму выслать именно вам. Сегодня мы как решаем эту проблему? Мы полагаемся на крупных посредников, то есть это банки, государства, ведущие операторы связи, соцсети, ну и так далее, то есть тех, кто имеют власть в этом вопросе. Эти посредники, собственно, и занимаются построением и обслуживают всю рыночную деятельность от определения подлинности и установления личности людей до создания документов, либо делопроизводства. В целом они справляются с этой задачей, но, как и всегда было, наступает время перемен и время улучшений. Во-первых, одной из проблем является централизация. Систему посредника можно взломать, и это происходит все чаще в наше время. Посредники исключают, второй проблемой является также, что посредники исключают сотни миллионов людей из мировой экономики, например, тех, у кого недостаточно денег открыть счет в банке. Они тем самым могут тормозить процесс цифровизации, интеграции людей в этот процесс. Собственно, электронная почта за доли секунды доходит на другой конец земли, тогда как днями или неделями перевод может идти по традиционной банковской системе, не то что даже между странами, но даже в одном городе, если вы там будете использовать Western Union, то это займет около 3 дней. Посредники также забирают свой кусок пирога от 10 до 20% за перевод денег в другую страну. Они забирают также наши данные, и мы не можем монетизировать эти данные и использовать их в свое благо. И самое печальное, что посредники используют эти возможности цифрового века в собственных интересах для того, чтобы получить больше богатства. Что если бы существовал не только интернет-информации, но и интернет-ценностей? Что-то вроде глобального распределенного реестра, работающего с множеством, даже с миллионом компьютеров, и который был бы доступен каждому. То тогда любые ценности от денег до музыки могли бы храниться, перемещаться, обмениваться, управляться без могущественных посредников. То есть каждый бы из нас имел бы доступ к этим данным и управлял этими данными лично. Ну и, собственно, такое решение есть. Это технология блокчейн, которая позволила обеспечить надежность, оперативность без этих больших и могущественных посредников. Впервые в истории человечества люди повсеместно могут доверять друг другу и сотрудничать на равных. Доверие базируется в случае использования блокчейна не на авторитете организации, а на сотрудничестве, криптографии и умном коде. Теперь давайте немножко поговорим, как это работает в принципе. Все цифровые активы, от денег до музыки, когда мы используем блокчейн, не собраны в каком-то одном месте. Они распределены по глобальному реестру с помощью криптографии, можно сказать, высшего уровня, которая надежно защищена. Когда операция произведена в блокчейне, то запись об этом событии появляется повсеместно на миллионов компьютеров в мире. Эта запись хранится в блоке, который соединяется с предыдущим блоком и еще с более ранним блоком, создавая цепочку блоков. А сами же эти блоки привязаны ко времени и, можно сказать, скреплены цифровой печатью. Поэтому разорвать или подменить данные, которые записаны в блокчейне, практически невозможно. Если бы я хотел взломать, например, этот блок и, скажем, перевести деньги моему другу и оплатить покупку в магазине одними и теми же деньгами, мне надо было бы
сломать этот блок, в который записана эта транзакция, и все предыдущие блоки, и всю историю, по сути, коммерции на блокчейне, который я использовал для записи этой транзакции, и еще не на одном компьютере, а на всех компьютерах, которые участвуют в поддержании этой сети. Ну, я скажу, это сложная задача. И я считаю, что эта система бесконечно надежнее, чем наши компьютерные системы сегодня. Собственно, так работает блокчейн в целом. Сегодня, благодаря технологии блокчейн, осуществимы самые амбициозные проекты от создания замены на фондовом рынке до, возможно, рождения новой демократии. Чтобы вы могли осознать масштабы грядущих событий, я предлагаю вам посмотреть на такое вот изображение. Следующий слайд. Следующий. Да, вот слайд, на котором изображена машина Гольдберга. То есть это машина, которая выполняет простейшую задачу, но очень сложным методом. Ну, задача это может быть как разбить яйцо, либо как закрыть дверь. Вот схематично представлено, что чтобы выполнить какое-то действие, необходимо пройти долгий и сложный путь, но результат будет неоправданно дорогим и время затрат. Поэтому технология блокчейн решает проблемы скорости, финансозатратности и простоты решения тех или иных задач. Ксения, я передаю тебе слово. Да, спасибо, Сереж. Я бы хотела добавить со своей стороны, как работает блокчейн изнутри, из чего он состоит, из каких понятий и как они взаимодействуют друг с другом, превращаясь в то, что мы знаем под словом блокчейн, может быть, даже не до конца понимая, как это работает. Как Сережа говорил ранее, по-простому блокчейн можно представить как большую распределенную базу данных, в которой отражаются перемещения средств или других активов. Распределенная, потому что она находится не на одном компьютере, а на многих и многих тысячах компьютеров, которые принадлежат разным владельцам по всему миру. И главное достоинство в том, что именно вот это вот распределение блокчейна по разным компьютерам несет децентрализованный характер. То есть если пропадет связь с одним или с несколькими машинами, которые поддерживают блокчейн, сеть не пострадает, она останется такой же функционирующей и работающей. Вся информация, она записывается в блоки, которые связываются между собой в цепочку, блок за блоком, блок за блоком. И в каждом последующем блоке содержится зашифрованная информация из предыдущего блока. За счет этого обеспечивается защита целостности и достоверности информации. Подделать ее невозможно, можно только внести дополнительно какую-то запись, но блокчейн будет отражать информацию, кто внес эту запись, когда внес, и предыдущие записи будут неизменные. Если привести пример на простом примере, извините за тавтологию, то вы, например, ведете учет товара луковицы тюльпанов. Я вам сейчас покажу слайд. Вот. И в какой-то момент времени у вас было, например, определенное количество тюльпанов, потом их стало меньше или их стало больше. Например, они там, их кто-то скушал, типа мышей, или вы докупили определенное количество тюльпанов, но суть в том, что их количество изменилось. И вы не можете в предыдущих записях у себя поменять и поставить то число, которое у вас есть сейчас. Вы можете только добавить новую запись, что такого-то числа было изменено количество луковиц по такой-то причине. И теперь количество луковиц такое. И теперь, наконец-то, я подхожу к
понятиям, mm-hmm. из которых состоит блокчейн. И первое понятие — это актив. Это в нашем примере именно наши луковицы. А в жизни это, в принципе, что-то ценное. Например, это деньги, имущество, ценные бумаги, информация. Активы, они могут быть как и материальными, например, машина, телефон, телевизор, ноутбук, так и нематериальными, например, какая-то информация. И в момент, когда вы передаете один актив с одного места в другое, от одного человека к другому, в момент передачи называется транзакция. Транзакция — это второе понятие из блокчейна. Например, у наш цветовод Петя, он вырастил необыкновенно красивый тюльпан и захотел подарить его своей подружке Маше. И в момент передачи тюльпана Маше он совершил транзакцию. Причем, вот обратите внимание, что можно передать не сам актив, и это будет транзакцией, а и передать право собственности на этот актив, занеся запись в блокчейн, и это тоже будет транзакцией, хотя фактически актив не переместился, поменялся собственник. Учет транзакций – это фиксация всех переходов актива или права на него от одного человека к другому. И здесь вот возникает ключевой вопрос, насколько механизм подтверждения прав надежен и конфиденциален. Здесь нам приходит на помощь распределенный реестр, потому что все транзакции в нем анонимны. Наш Петя может торжественно вручить подруге открытку, подтверждающую, что тюльпан теперь принадлежит ей. А может эту послать открытку по почте или передать садовникам. Но самое главное, Петя должен записать эту транзакцию, то есть в нашем случае это, скажем, ботанический сад, в котором хранится эта луковица, что теперь собственник этого тюльпана Маша. И в базе данных должна появиться запись об этом, что произошел переход права собственности. Здесь могут быть моменты, если мы вернемся к реальному миру, то часто бывает такое, что книга, в нашем случае какой-то реестр, он в единственном экземпляре, как банковская база данных. И если в момент, если эта транзакция записалась, и база данных пострадала, произошла утечка или сломался компьютер, она в единственном экземпляре, то такую информацию чаще всего невозможно восстановить, и Петя не сможет доказать, что теперь, или Маша, что теперь собственник этого тюльпана она. Это проблема централизованных систем. А в блокчейне все происходит немножко по-другому. В блокчейне, если брать на нашем примере, то книги записи есть у большого количества садовников, у каждого своя книга. И каждый из них внес свою книгу запись о том, что Петя подарил тюльпан Маше. И как говорил раньше Сережа и в начале своего вступления сказала я, если пострадает одна или несколько книг, то все равно записи сохранятся, и в любой желающий в любой момент может проверить, когда перешло право собственности, кто и кому его передал, и кому сейчас принадлежит актив. Как следствие, в блокчейне реестры с данными о владельцах активов невозможно подделать. Эти данные хранятся в реальной жизни на огромном количестве компьютеров. А чтобы информация всех пользователей была абсолютно полной и верной, в блокчейне ввели понятие консенсус. Консенсус – это следующая составляющая блокчейна. Если некоторые участники сети выключат свои компьютеры, и часть транзакций у них не отразится, или их записи окажутся неверными, это не повлияет на работу сети, потому что процедура консенсуса, то есть достижение согласия, позволит восстановить верную информацию. Как это происходит, можно тоже посмотреть на примере с тюльпанами.
Например, один из садоводов намеренно или случайно попытается внести в свой блокнот неправильную запись. Например, что Петя отдал свой цветок не Маше, а Оле, а у всех остальных записано, что цветок у Маши. В этом случае и, в принципе, в жизни так и происходит. Перед тем, как записать следующую транзакцию, следующую строчку блокчейн, все садовники, а в нашем случае все компьютеры в жизни, которые ведут учет блоков, они проводят сверку данных. И верным признается тот вариант, который зафиксирован у большинства садовников и у большинства компьютеров. А меньшинство такие записи отклоняются, и они не включаются в цепочку. В реальных блокчейн-сетях за определенный период времени происходит несколько транзакций, и записи о транзакциях включаются в один блок. Блок – это запись в распределенном реестре о нескольких транзакциях. В нем отражено, кто, кому и когда перевел какой объем активов. Все блоки последовательно соединяют в одну последовательную цепь. Цепь блокчейна неразрывна, поскольку каждый блок, он содержит ссылку на предыдущий. Блоки нельзя изменить и удалить, их можно только добавить новые. И таким образом, как я уже говорила раньше, можно всегда восстановить историю всех действий, которые происходили с тем или иным активом. Новые блоки в цепь добавляют майнеры. Майнеры – это следующая составляющая внутрянки блокчейна. Майнеры выполняют в блокчейне несколько функций. Они хранят копии блокчейна и тем самым защищают информацию от потери или подделки. Они подтверждают транзакции и проверяют транзакции, которые зарегистрировали другие майнеры. Как правило, количество майнеров не ограничено, только в некоторых блокчейнах есть четко установленное количество нод, которые подтверждают транзакции. Но в большинстве блокчейнов каждый желающий может стать майнером, выполнив ряд определенных условий. В случае с нашим блокчейном это все элементарно просто. Достаточно скачать ноды, установить на компьютер или телефон и зарегистрировать аккаунт. С того момента, когда нода находится в сети, она может подтверждать транзакции, то есть фактически является майнером. Ну, у нас нет такого понятия, но фактически нода находится в сети, она может подтверждать транзакции и, соответственно, получать вознаграждение. В других блокчейнах, там, в том же биткоине, для того, чтобы стать майнером, надо довольно сложное оборудование и мощные компьютеры. Вопрос в том, опять же, о наградах, что мотивирует майнеров регистрировать новые транзакции. За поддержание работы сети майнеры получают награду. Условия получения награды в каждом блокчейне индивидуально. Здесь надо более глубоко рассматривать каждый блокчейн. И чтобы разобраться, какие условия надо выполнить, чтобы получить награду, подтвердить блок и получить за это награду. В основном, чаще всего, вознаграждение – это комиссия от всех участников транзакций, которые записаны в блоке, или вознаграждение от самой сети. Сеть генерирует это вознаграждение по определенному алгоритму. В нашем блокчейне, блокчейне Relictum Pro, сеть генерирует внутренние транзакции, у нас совершенно бесплатные и мгновенные, а сеть генерирует вознаграждение в моменты обращения к смарт-контрактам. Если отталкиваться от общего понимания блокчейна, то каким образом сеть определяет, какой из майнеров должен получить вознаграждение, тут стоит другой... Сеть понимает, кто из майнеров должен получить вознаграждение. В каждом блокчейне майнер должен выполнить определенные условия. Чаще всего решить какую-то математическую задачу. И первый, кто ее решит,
тот и получает право подписать блок, записать его в блокчейн и получить за это вознаграждение. Именно поэтому сейчас, если опять отталкиваться от блокчейна биткоина, сейчас такое дорогостоящее оборудование, такая сложная техника для того, чтобы добывать новые блоки. Потому что с каждым новым блоком в сети того же блокчейна следующая задача, которая требуется решить, она более сложная и требует больше затраты времени и ресурсов. Поэтому часто уже майнеры биткоина, они объединяются в целые пулы, чтобы как можно больше пытаться решить этих задач. Дальше. Где же хранятся средства, которые получает майнер за вознаграждение? А хранятся они на кошельках. С этим понятием многие из вас уже знакомы. Если говорить техническим языком, то кошелек – это специализированный идентификатор. В нем хранится запись о состоянии счета участника сети. И кошелек позволяет узнать всю историю транзакций конкретного участника. Нюанс блокчейна в том, что кошельки в нем анонимны, и доступ к нему можно получить только с помощью приватного ключа или сид-фразы. Если вы потеряете доступ к приватному ключу или сид-фразу, никто вам не поможет восстановить доступ к кошельку, потому что никаких других связей кошелька с вами, в принципе, нет в природе. Поэтому мы всем всегда и в чате, и когда лично говорим, и на всех вебинарах мы всегда обязательно проговариваем, что следите за тем, чтобы был приватный ключ актуальный, следите, чтобы он был актуальный, следите, чтобы он находился отдельно от того устройства, где у вас находится нода, потому что если у вас сломается кошелек, телефон, на котором стоит нода, и ключ на этом же телефоне, или у вас его украдут, то вы уже никак не сможете восстановить доступ к аккаунту, и мы не сможем вам помочь в этом случае. Поэтому я еще раз настойчиво всех прошу обязательно хранить приватные ключи отдельно от того устройства, где у вас установлена нода. Вот. И чтобы подвести итог, вообще, какие особенности блокчейна, любого, в принципе, блокчейна, можно сказать, относительно привычных нам банковских децентрализованных систем, то это то, что актив, который вы можете передавать, это может быть любой актив, как физический, так и информационный, так и не фактическая передача актива, а вы можете передать право собственности на актив, это будет зафиксировано в блокчейне, и уже это нельзя будет изменить. Вы не сможете откатить транзакцию, и только новый пользователь сможет дальше распоряжаться переданным ему активом. Транзакции проходят практически мгновенно. Здесь многое зависит от того блокчейна, которым вы пользуетесь. Если взять, например, три блокчейна, тот же самый блокчейн биткоина, блокчейн эфириума и наш блокчейн, то у нас Николай, он очень часто любит наблюдать за различными блокчейнами, часто нам сбрасывает информацию. Вот недавняя информация, которую Николай нам скинул, то транзакции в сети блокчейна биткоина подтверждались больше часа. Транзакции в сети эфириума тоже могут быть или быстрыми, или медленными, в зависимости от того, какую стоимость газа вы выставите. Может также произойти такой момент, что вы отправляете транзакцию и выставляете достаточно высокую стоимость газа, но пока вы нажали на кнопку «Отправить», скаканула стоимость газа, и ваша транзакция зависла. В этом случае есть два варианта: или продолжать ждать, пока пройдет пик цены на газ, и вашу транзакцию возьмут в работу, и подпишут, и проведут. Второй вариант – это, например, с помощью MetaMask попытаться протолкнуть эту транзакцию, заплатить более высокую цену. И третий вариант – вы можете попытаться отменить эту транзакцию. Если вы поднимете стоимость газа, то да, ваша транзакция улетит намного быстрее, но вы заплатите больше. И, соответственно, в нашем блокчейне, если вы будете проводить транзакции внутри блокчейна, то вам не надо будет тратить ни на комиссию средства, ни на
ускорение транзакций, потому что они, в принципе, у нас внутри нашего блокчейна, они бесплатны и мгновенные. Сделки в блокчейне, они конфиденциальны, и права тех людей, которые получили актив, они надежно защищены, потому что информацию нельзя подделать благодаря тому, что она записана уже в сети блокчейна. И так как блокчейн — это, в принципе, распределенная база данных, то ваша информация, любая, которая находится в блокчейне, она защищена очень надежно, и потерять ее практически невозможно. Вот то же самое, как вы вносите записи в свой реестр, какую-то передачу транзакций, именно, и она распределяется по всем компьютерам, по всем блокчейнам. По такому же принципу у нас, например, работает не только наш блокчейн, но и хранилище на блокчейне. Когда вы загружаете файл, он разбивается на 1000 кусочков. Каждая 1000 кусочков дублируется 7 раз. И каждый кусочек из вот этих продублированных кусочков, он хранится на одной отдельной ноде. То есть если несколько нод выпадут, сломаются, хранилище перестанут функционировать, свою информацию в любом случае вы достанете из хранилища. И следующий плюс в том, что ни один собственник хранилища никогда не сможет прочитать вашу информацию, потому что, во-первых, она зашифрована, а во-вторых, у него хранится только кусочек. Он ничего не сможет с ней сделать, только хранить. В принципе, у меня все, что хотела рассказать. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, пожалуйста. Вижу вопрос, что такое газ, стоимость газа. Газ – это понятие из сети эфира, это размер оплаты, которую вы платите за то, чтобы прошла ваша транзакция. В сети эфира газ оплачивается эфиром. Да, Вячеслав, мы эфир сохраним, запишем и дополнительно выложим. Так. Дмитрий Игнатьев, это как тетрадь с листами, на каждом листе есть записи, все листы в одной тетради, это и есть блокчейн. По-простому, только такая... есть не только у вас, а у каждого участника блокчейна. Да, да, Дмитрий, это если, например, брать пример с нашими садовниками, то у каждого садовника есть свой блокнот, в котором они записывают каждую транзакцию. И мало того, что они записывают каждую транзакцию, то перед тем, как записать следующую транзакцию, они сверяют с тем, чтобы все записи у них до этого были идентичные. А подскажите, как пройти регистрацию в следующее поколение интернета? Само по себе такой регистрации нет. Интернет вещей — это он уже есть в нашей жизни. Мне сейчас сложно объяснить. Может, Сереж, ты можешь подсказать более проще, как это сказать? Ну, собственно, следующее поколение интернета — это и есть реликтум. Интернет, интернет-ценности, интернет, собственно, интернет-ценности. Чем отличается блокчейн? Не просто информация. Ага, спасибо, Сереж. Чем отличается блокчейн биткоина и эфириум? Только скоростью? Нет, Инна, они полностью отличаются. Я вам сейчас не готова детально рассказать все нюансы этих блокчейнов, потому что по работе этих блокчейнов я владею недостаточной компетенцией, только на уровне пользователя. Если вам интересно, я могу вам рассказать, как работает наш блокчейн внутри, чем он отличается от блокчейна биткоина. По сути, если вкратце, то
Во-первых, наш блокчейн, он не подвержен атаке 51% записи. Это то, что я говорила в примере с садовником, когда пытаются подсунуть фальшивую запись. У нас это невозможно, потому что сама система, сам блокчейн, он не знает до момента подписания транзакции у нас внутри в реликтума, какая именно нода будет подписывать транзакцию. Из-за этого у нее никто не может перехватить управление и подписать не ту транзакцию, которая нужна. Причем нода, которая подписывает транзакцию, она мало того, что выбирается случайно, да, на основании каких-то определенных критериев, которые мы опубликуем у себя на каналах, какие-то ноды будут чаще выбираться, какие-то позже. На это будет влиять ряд показателей. Среди таких показателей то, что я точно уже знаю, это постоянное время нахождения ноды в сети. Это то, чтобы нода была белой, то есть имела статический IP-шник. А если будут добавлены какие-то другие критерии, они будут, то это все у нас будет опубликовано дополнительно на сайте, на всех новостных ресурсах, во всех обучающих инструкциях. Будут ли кошельки без необходимости скачивать блокчейн? И какой будет размер блокчейна в гигабайтах через 5 лет? Ну, у нас не будет отдельного кошелька, у нас нода, в которой есть функция кошелька. Блокчейн будет, надо будет скачивать всегда, но он будет небольшой. Он разработан у нас так, что и через 5 лет он спокойно будет помещаться на телефон, не будет его грузить. Он будет также скачиваться буквально пару минут при первой установке и обновляться за несколько секунд, если вы некоторое время не входили в ноду. Смотрю дальше. У нас GTN токены, они как BTC. Да, совершенно верно, Нигман. Инна, могут ли взломать мой кошелек? Не знаю, каким кошельком вы пользуетесь. Кошелек Relictum Pro взломать невозможно. Единственное, вы можете потерять к нему доступ, если не сохраните приватный ключ. Я всем об этом говорила и буду 10, 20, 30, 100 раз повторять про приватный ключ, обязательно его надо хранить. Это или а, вы потеряете доступ к приватному ключу и потеряете доступ к кошельку, или где-то засветите свой приватный ключ, и кто-то им воспользуется. Здесь в таком случае вы потеряете доступ к кошельку, это будет доступ исключительно по вашей вине. Ну и, соответственно, если у вас будет включен кошелек, в нашем случае нода, на компьютере или на телефоне, и вы каким-то образом оставите его открытым, не введете код, пароль, чтобы закрыть к нему доступ, то в этот момент кто-то, кто разбирается, может в ваше отсутствие подойти и перевести средства на свой кошелек. Но это тоже не надо быть таким беспечным и, в принципе, допускать такую ситуацию. Нет, Денис, вы неправильно поняли, информация о транзакции в биткоинах будет храниться во всех блокчейнах. Нет, каждый блокчейн хранит транзакции только своей сети. Транзакции в сети блокчейна, они хранятся только в блокчейне биткоина. Транзакции в сети эфириума хранятся только в блокчейне эфириума. Транзакции в сети Relictum, они находятся только внутри блокчейна Relictum. Конкретно в нашем блокчейне, Дмитрий, вы, наверное, прослушали, у нас берутся средства от взаимодействия со смарт-контрактами. Например, если вы оборачиваете биткоин в обернутый биткоин и наоборот, неправильно говорю, если вы оборачиваете обернутый биткоин в прямой биткоин, момент, когда вы меняете USDR на USDT, блокчейн берет комиссию 2%. Именно вот эти 2% дохода сети, они распределяются между держателями токена GTN как доход.
И чем больше происходит процесс обращения к смарт-контрактам, тем больше прибыль получает сеть, и тем больше вознаграждения получают держатели токенов GTN. Наталья Орлова. Надо ли обязательно нажимать кнопку обновления на ноде? Надо. Почему надо? Потому что в каждом новом обновлении мы что-то добавляем, мы что-то изменяем, что-то улучшаем. И не обновляя ноду, вы отстаете от всех остальных. Вы можете что-то пропустить, что-то упустить и что-то недополучить. Например, мы добавим какую-то новую игру или какой-то новый сервис, он будет новой версией ноды, и те, кто ее обновлят, сразу начнут им использоваться. А вы об этом даже знать не будете, если не обновите ноду. Можно ли параллельно управлять одним же кошельком на двух разных устройствах? Нет, нельзя. Один аккаунт может быть запущен только на одном устройстве. Если вы хотите перенести аккаунт на другое устройство, вам надо воспользоваться приватным ключом, сделать импорт аккаунта на новое устройство, сохранить новый приватный ключ, опять повторяюсь, и после этого пользоваться аккаунтом на новом устройстве. На старом устройстве вы в аккаунт больше не войдете. Кто разработал блокчейн Relictum? Блокчейн Relictum разработала команда наших разработчиков. Блокчейн разработан с нуля. Это не форк, это не копия, это не клон. Это полностью наша разработка на языке Delphi. Как же вы собираетесь масштабироваться? Дмитрий, приходите в наш чат, мы вам более детально расскажем, как работает наш блокчейн, потому что у нас время трансляции ограничено. Заходите в наш чат. Николай, если не сложно, напиши, пожалуйста, ссылку на наш русский чат, чтобы тех, кого там нету, зашли, и мы там продолжим наш диалог. В принципе, если вы не хотите входить в чат, вы можете почитать желтую бумагу, там написано, как работает блокчейн, за счет чего он такой легкий. Размер комиссии за транзакции по смарт-контрактам 2% всегда, он неизменен на данный момент. И сейчас вознаграждение получает, значит, у нас получается, держатели GTN в данный момент получают 19% от дохода сети. Остальное, размер вознаграждения 81%, он будет распределяться между держателями нод, между теми, кто поддерживает сеть. Если что-то поменяется, мы обязательно сделаем об этом анонс. Да, блокчейнер, совершенно верно. Вот 90% майнинга сосредоточено в Китае. И вот сейчас был спад на рынке, биткоин падал из-за того, что майнеры переводят свое оборудование, хешрейт дико вырос, и опять было все забито, и транзакции висели, и цены были соответствующие. А каким образом биткоин относится к нашему блокчейну? Я не понимаю, это совершенно разные два блокчейна. Есть еще вопросы? Блокчейнер, мы сейчас говорим не о блокчейне биткоина. В принципе, по большому счету, нам все равно, что с ним будет. У нас свой блокчейн. Чем отличается желтая бумага от белой бумаги? В белой бумаге написана общая концепция проекта, его применяемость, план развития, дорожная карта, предоставленная информация о команде, а в желтой бумаге находится именно техническая часть, публичная, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с
предварительной технологией. Чем нам может быть полезен именно наш блокчейн? Ну, посмотрите, Инна, во-первых, это скорость и бесплатность транзакций. Вы можете принимать какие-то угодно платежи в своем бизнесе, вы можете создать свою игру на нашем блокчейне, вы можете запустить бизнес на нашем блокчейне, вы можете воспользоваться нашим платежным шлюзом и, соответственно, принимать платежи и переводить своим контрагентам внутри сети бесплатно. Вы не будете терять на комиссиях ничего, и вы будете знать, что ваши транзакции не зависнут. Они мгновенно прилетят к получателю. Можно делать. Если у вас есть выход на соответствующем уровне, мы с удовольствием обсудим возможность сотрудничества. Практически все проблемы решены в блокчейне Relictum. Это скорость, проблема атаки, проблема консенсуса. В принципе, у вас очень интересные вопросы. Давайте их продолжим в чате. Я думаю, многим будет интересно присоединиться к дискуссии. Вполне возможно. Кстати, ребят, такой вопрос. Будет ли вам интересно, если мы будем делать, например, в какой-то день небольшие общие голосовые чаты в русском чате, где сможем с вами пообщаться минут так на 20, например. Если интересно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мы с командой обсудим. Бизнес-предложение пишите любому из админов в чате, мы с удовольствием обсудим. О, отлично. Николай, дайте, пожалуйста, ссылку на чат, чтобы могли зайти те, кого нет в нем. Я отправил ссылочку. Я не вижу. У меня не подтягивается. Да, на сайте тоже есть ссылки на все чаты. Какие валюты мы можем использовать для своего бизнеса на нашем блокчейне? В данный момент вы можете использовать обернутый биткоин, обернутый эфириум, обернутый лайткоин и обернутый USDT. Если вы им пользуетесь внутри блокчейна, то все транзакции будут бесплатные, именно в обернутых монетах. Ксюша, спасибо за ответы на вопросы. Спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, информация была полезной. И ждите следующего вебинара, следующего урока на следующей неделе. Все, всем спасибо. Всем большое спасибо. До свидания.